Добрый день, уважаемые коллеги. Добро пожаловать всем на второй день нашей расширенной презентации. Сегодня у нас будет три презентации на тему входящих, исходящих правил и подключения нескольких ресек с АТС между собой. Первая презентация у нас будет по входящей маршрутизации. В первой нашей неделе мы рассматривали самую простую маршрутизацию, момент, когда вы настраивали транки, как вы можете получать звонки через транк на номер DID, которые вы добавляете на уровне вашего провайдера. В 3CX есть также возможность добавить маршрутизацию, да, через Caller ID. Получается разница между ними, что если вы создаете правила на основе DID, ATS будет смотреть поле to, получается, куда звонящий звонит. И если у вас есть DID, правила будут совпадать. Если нет, мы говорили, что будет всегда использоваться маршрут по умолчанию. Второе правило, которое называется CID, через Caller ID, здесь ATS уже будет смотреть поле from. И именно user, часть user part, SIP-поле. И будет брать номер оттуда и далее делать переадресацию на нужный маршрут. Конечно же, переадресация на нужный маршрут будет зависеть от рабочих часов, которые у вас будут настроены в системе, праздников и так далее. Как бы стандартная здесь процедура, то, что мы уже говорили. И правило Caller ID даст вам еще один момент, более, так сказать, гибкий момент, где вы можете переадресовывать вызов, да, скажем, от определенного звонящего. Вы можете указать полностью Caller ID звонящего. Вы можете также указать маску определенную, да, где может фильтроваться, может, по странам кода или же по городским номерам, региональным и так далее. Более того, вы можете одно и то же правило настраивать, получается, для того же номера можно будет настроить на разных транках правила. Как добавлять такое правило? В тех же входящих правилах мы сказали, что есть две настройки. Это DID, CID. Вы создаете CID правила в этом случае, да, указываете название. Данное название мы говорили уже не раз. Будет отображаться на ваших настольных телефонах, 3CX клиентах, также в репортах, да, если будет включено в настройках отображения. Пример создания маски, допустим, для Великобритании. Если вы знаете, что, допустим, ваш транк отправляет номер с двумя плюсами в ES-164 формате, да, пожалуйста, можно создать, да, допустим, вот такое правило, 2044, звездочка, следовательно, весь оставшийся номер. Если номер именно совпадет, правило сработает у вас. Точно так же можно указать более детальные правила с городом, например, Лондон, также Великобритания, Лондон и так далее. Алексей, спасибо за вопрос. В маске можно указывать количество символов? Именно в Caller ID количество символов нет, вы здесь не указываете. Вы можете указать вот таким вот способом, да, маску. Да, а ограничить, сколько номеров будет во входящем Caller ID, как бы нет. Получается, мы говорили не раз про порядок правил, да, которые вы добавляете. Все, что касается правил на уровне транка, будет обрабатываться сверху вниз. Как только сработает первое правило, именно оно будет, и туда АТС будет перенаправлять звонок. Ну, давайте рассмотрим два примера. И входящим вызовом, да, мы видим, что вызов идет через Великобританию 2044 на номер 2049, если не ошибаюсь, это код Германии. Получается, в первом примере у нас есть три правила, два правила DID и одно правило CID. Правило DID, мы сказали, будет смотреть, куда идет вызов, на какой номер, ту поле. Да, в нашем случае, так как указано правило DID, в этом же случае у нас на транке был добавлен вот этот вот номер. Конечно же, сработает это правило. Теперь, если Caller ID правило на тест передвинуть и поставить его вверх, чтобы оно было в приоритете, тогда, конечно же, сработает у нас первое правило с кодом Великобритании, и вызов будет отправлен на нужный вам маршрут, да, который именно вы укажете. Используя входящие правила на основе Caller ID или же DID, у вас будет возможность в АТС форматировать ваш номер. Да, получается, номер, который пришел в систему, этот Caller ID, вы можете его модифицировать. Для модификации у вас будет, получается, два шаблона. Будет шаблон источника и новый шаблон. Получается, в шаблоне источника вы укажете, какой номер вам нужно будет выловить, да, так сказать, чтобы АТС его определила и далее уже переформатировала его в новом шаблоне и в новой маске, который вы укажете. Подробно вы можете ознакомиться вот по ссылочке. Давайте вам ее скину. Да, вот number reformatting, где вы можете посмотреть,
какие будут использоваться правила. Когда необходимо форматировать ваш номер, да, это если, допустим, ваш провайдер отправляет номер вам не в том формате, в котором вы хотели, чтобы он у вас отображался, или у вас, допустим, стандартный, у вас, может, интернациональная компания, да, и вы используете стандартный формат номеров E164, да, в вашем случае, возможно, у вас есть шлюзы, да, которые стоят локально, вы хотите все номера, чтобы они у вас сохранялись в интернациональном формате, да, ну, так вы можете отфильтровать. Ну, или же, например, снова Великобритании пример, провайдер отправляет номер 44, 20, 33, 27, да, и так далее. А вы хотите, допустим, чтобы номер был в формате E164, следовательно, были добавлены нули или плюс спереди, да, и вот вы можете это будет сделать в АТС. Как добавить маску? Зайдете на уровень вашего транка, изменить транк, и в окне Caller ID вы сможете создать, как мы сказали, новую маску, исходную маску и новую маску. Исходная маска определит номер, а новая маска уже его модифицирует. В формате шаблона именно будет использоваться логическое выражение, нестандартное логическое выражение, как используется в Linux, да. Здесь разработчики сделали немножко проще у нас и ограниченнее, конечно, да. Вот такой пример. Допустим, чтобы отловить один номер, да, вы можете указать одну точку, два номера, две точки, три, три и так далее. Если вы хотите отловить, допустим, номер весь, вы можете указать точка со звездочкой. Значения, которые АТС будет распознавать, это, получается, цифры от 0 до 9 и знак плюс. И вы можете также использовать скобки для сохранения ваших переменных, получается, когда вы создаете скобки, да, это у вас будет переменная в них находиться. И далее эту переменную вы можете указывать в вашем новом правиле, который вы будете уже создавать. Давайте мы рассмотрим пример. Пример создания исходной маски и новой маски. Получается, у нас есть номер, и мы хотим его отобразить, допустим, с плюсом. Как мы это сделаем? Так как мы знаем, в нашем случае номер приходит 44, да, что мы сделаем? Мы поместим номер 44 в первые скобки. Получается, будет первая переменная. И во вторые скобки мы уже поместим сам весь наш номер. Далее в новой маске мы создаем номер, который мы хотим, чтобы у нас отображался. В нашем случае это с плюсом, да, 44. И указываем цифру 2, так как мы хотим, чтобы дальше было все, что находится во вторых скобках у нас, да. Получается первая переменная, вторая переменная. Получается, да, вот таким вот способом мы это сделали. Можно было бы сделать это и другим способом, да, не помещать номер 44 в первые скобки, да, просто его ставить за скобками, так как и так бы АТС его распознала, да, и здесь бы мы указали просто цифру 1. Другой пример исходной маски. Теперь у нас, допустим, задача отобразить номер только без города, а именно номер, локальный номер, да, который будет 33, 27, 20, 20. Получается, что мы делаем? Вот пример без помещения номера в скобки. 44, 20 уже у нас не в скобках находится, и оставшийся номер. Получается, далее мы просто-напросто отображаем номер, который нам нужен, и который будет находиться в нашей второй переменной. Ну, давайте, чтобы вот закрепить знания, пожалуйста, с вашей стороны отправьте в чате, да, значения, которые должны указываться здесь. Коллеги, откройте, пожалуйста, ссылочку, то, что я вам скинул, да, чтобы посмотреть Caller ID Rule, который есть, чтобы модифицировать этот номер, да, и, пожалуйста, отправьте ответы в чат. Пример. В первом примере исходная маска будет 44 звездочка с точкой. Во втором примере, в новой маске, да, вы можете сделать следующее. Вы можете указать либо полностью номер 2044 и то, что будет находиться в нашей первой скобке, да. Также мы могли бы это сделать по-другому. В втором примере можно было бы сделать вот так. Мы могли бы поместить 44 в первую скобку и весь оставшийся номер во вторую. Далее в новом правиле, в новой маске, вы бы здесь указали 2 нуля, то, что находится в первой скобке, и то, что находится во второй скобке. Первую, вторую перемену. Во втором примере можно сделать тоже несколькими моментами, так как мы знаем конкретно, что номер идет 2044-20. Да, можете поместить этот номер в скобку первую, и далее оставшийся номер во вторую нашу скобку. И в новой маске просто отобразить то, что находится в наших вторых скобках. Получается, мы взяли во втором примере номер. А нет, тут у нас нужно изменить. Получается, 203 будет, да? Это первые будут скобки, а это вот у нас вторые скобки. Ну или же вторым способом мы отделили двое скобок. Да, вот как на примере
и отобразили номер. Коллеги, давайте сделаем, возможно, ваш пример и протестируем это также. Кому непонятен материал, поставьте, пожалуйста, минус, допустим, в чат, если кому-то пока что непонятно. В принципе, это то, что у нас есть сегодня по входящей маршрутизации. Я бы хотел показать демонстрацию, да, как это работает. Все понятно, Алексей, спасибо. Так, давайте мы перенаправим номер напрямую. Так, 112. Отлично. И давайте сделаем первый на звонок тест. Получается, в нашем примере мы видим, откуда пришел номер. 1, 3 семерки, 84, 92, 3, 91, да? Давайте теперь посмотрим, как его можно будет поменять. Зайдем в мой провайдер, trunk, зайдем в Caller ID окно. И создадим входящую модификацию Caller ID, да? В моем примере номер начинается на 177, давайте мы укажем 1777 и оставшийся номер других скобках. Давайте мы сделаем следующее, мы просто покажем, как вообще можно игнорировать нашу верхнюю маску, да, и отобразить, допустим, номер, вот такой номер, да, нам только его нужно отобразить. Получается, переменные мы не указываем, да, нет у нас этого значения, просто мы указываем номер, да. Давайте посмотрим, что сейчас произойдет. Смотрите, у нас номер уже изменился. Если я зайду в историю звонков, номер, смотрите, у нас уже сохранился, да, в другом формате. Так что даже теперь, если я создам отчет звонков, он будет у нас изменен. Видите, изменен номер. То, что указывается спереди, да, это мое входящее правило и имя, которое отправляет мой провайдер, display name. Давайте попробуем теперь поменять теперь Caller ID, другую маску. Допустим, мы хотим, чтобы у нас номер теперь отображался плюс то, что находится в первых скобках, и далее оставшийся номер. Нажимаем ОК. Видим, что номер у нас отобразился, как мы его и указали. Теперь, если я зайду в историю звонков, вот мы видим, что изменился номер, как нам было это необходимо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Я бы также хотел показать, где находятся входящие правила по Caller ID. Заходим в входящие правила, добавить DID правила, добавить Caller ID. Для DID правил у вас будет выпадающее окно. Для Caller ID вас нужно будет указать маску и выбрать trunk. Так как мы сказали, одна и та же маска, один и тот же Caller ID может применяться, да, для разных trunk'ов. Следовательно, у вас могут быть одинаковые Caller ID для разных trunk'ов. Да? И именно правила, которые у вас будут входящие, да, будут обрабатывать сверху вниз. И правила для каждого trunk'а вы должны помещать в приоритете, да, также. Получается, каждый trunk имеет свой ID, допустим, trunk 10000, это у нас будет первый мой trunk от CallCentric, да, допустим, если я укажу trunk 10001, у меня его нету, 10002, там может быть мост и так далее. В общем, вот таким вот способом вы можете узнать, как создавать правила. Борис, спасибо за вопрос. Есть ли возможность изменить набираемый номер телефона? Например, если пользователь набирает номер телефона со своей записной книжки. Если у вас телефонный номер начинается 1234, вы его хотите, чтобы АТС отправила его на trunk, там, допустим, 2.0,
1, 2, 3, 4, 5, да? Это можно будет сделать, это делается в исходящих правилах. Получается, в исходящих правилах, перед тем, как номер уходит наружу, вы что делаете? Вы главное, чтобы совпал префикс в вашем случае, да? И вы можете, допустим, удалить цифры, сколько цифр вы хотите удалить, да? От 0 до 9, получается, в моем случае, если нужно будет, допустим, удалить этот префикс, да, можно его удалить. Если нет, просто добавить еще какие-то цифры спереди, допустим, да? Допустим, я бы хотел добавить плюс и номер с этим префиксом, то, что добирает. Получается, я бы указал плюс, и добавилась бы цифра плюс, и потом номер, который ввел звонящий. Да, пожалуйста, вот таким вот способом вы могли бы это сделать. Допустим, вот у вас есть префикс 1, 2, 3, да? У звонящего в телефонной книге 1, 2, 3, 4 номер указан. Это правило совпадет у вас по-любому, номер придет сюда. Перед тем, как выйти на транк, АТС добавит спереди одну цифру. В каком исходящем, Алексей, я не совсем понял, в исходящем указать количество набираемых цифр, где указывать? Вы имеете в виду у вашего клиента, да, который будет звонить? Ну, я имею в виду клиента мобильное приложение или настольный телефон. У звонящего, да? Не, звонящий, как бы он это не знает. Вы, как администратор, можете предусмотреть. Ну, самый простой пример, допустим, вот мы... Я живу на Кипре, у нас номера, у нас на мобильные телефоны начинаются 99, да, и так далее. На локальные начинаются с двойки. Очень часто, допустим, в мобильных телефонах все номера сохраняются в интернациональном формате, плюс, допустим, код страны 357 и после номера, да. Что я могу сделать? Я могу, допустим, сделать, так как у меня, может, транк, который поддерживает только интернациональный формат, да, я знаю, что... Если звонящий позвонит через 99, мой транк хочет, чтобы был добавлен номер плюс 357. Да? Что я укажу? Я укажу 357 и номер далее, который звонящий отправит. Как бы, да? Вот таким вот примером. Это будет первое правило. Точно такое же вы можете создать второе правило, в котором вы можете указать, допустим, вместо плюс 357, там, 20357. Ограничить, чтобы случайно звонящий не позвонил на другую станцию. Сейчас речь идет, если у вас подключены две АТС между собой, страну. Так вот, чтобы звонящий не позвонил в другую страну, вам, вы, конечно же, можете здесь ограничить длину номера, да? Какая длина будет номера, чтобы она не вышла вообще в этот ваш транк. Там, допустим, вы укажете, что через этот транк могут звонить номера там с длиной 8 и 10. Это первый момент. Второй момент, как бы мы забегаем вперед, потому что мы об этом будем говорить еще в исходящих правилах и в безопасности. Еще одна проверка в самом конце будет разрешенные страны. Здесь формат E-164, да, проверяется код страны, получается, допустим, в моем случае только 357. Если я, допустим, позвоню в Бельгию 32 и номер, допустим, дойдет до транка, да, до конца и захочет выйти наружу, КТС не разрешит, как бы, да, и так как вот этот номер у меня не введен. Еще одно правило. Да, пожалуйста, Алексей. Коллеги, как бы ничего сложного, и если что-то непонятно, пожалуйста, не стесняйтесь, мы это повторим и даже продемонстрируем, да, если что нужно. Давайте мы идем дальше, у нас дальше будет презентация следующая у нас. У нас еще две, да, получается, одна по исходящим правилам, а вторая по мостам. Давайте мы сделаем мосты, и после мы рассмотрим еще исходящие правила, получается, будет добавление к ним. Пожалуйста, напишите в чате, если еще никто, да, ни разу не видел вообще, что такое мосты, как подключать две АТС между собой. У нас пока что только несколько участников, которые активно пишут в чате, да, не знаю, почему так, вроде есть. Я только в теории слышал. Отлично, Алексей, мы как бы мы подключим две или три АТС, вот у меня есть одна локальная и две в облаке, мы их подключим и да, сделаем звонки. Ну, вот еще Борис тоже, да, всегда вопросы задает, и Руслан. Коллеги, если вы не знакомы, да, как бы... Просто, чтобы мы по порядку шли, и, может, кому-то, чтобы скучно не было, да? В общем, мосты. В презентации мы рассмотрим подключение мостов через туннель, да? Мы говорили, что такое туннель. Туннель также используется на уровне АТС. Получается, используя туннель, подключаться АТС будут именно через него. Сигнализация и звук будут ходить через один порт 5090. Сразу отправляется TCP-соединение на подключение. И далее... Все будет отправляться через UDP, это звук и ваша сигнализация. Используется один и тот же порт. Из-за этого нужно открывать UDP и TCP. Получается, вы создадите, вы можете подключить два АТС. Для создания этого у вас будет сторона мастер и сторона слейв. Получается, мастер – это сторона, которая будет подключающей,
она будет слушать на входящие соединения. И сторона slave – это вторая АТС, которая будет подключаться к основной. Получается, вы всегда должны создать сразу мастер и потом slave, чтобы вас как бы главная АТС просто-напросто не заблокировала входящие соединения. В общем, это даст вам большой плюс, чтобы пользователи между собой могли разговаривать напрямую, да, вы можете звонить между добавочными номерами. Более того, мы говорили про чат, вы можете переписываться и так далее. Также вы можете создать одну АТС и подключить к ней много других АТС, следовательно, далее уже детально настроить присутствие, статусы присутствия, как это у вас все будет отображаться, если есть такая необходимость. И, конечно же, производить ваши звонки. Получается, в нашем примере у нас будет две АТС в удаленном доступе, они вообще будут находиться в разных сетях, во внешних сетях, и, как я уже сказал, все будет идти через один туннель 5090, да? Получается, у нас будет АТС А, мастер, у нее будет диапазон номеров 100, допустим, да, и АТС Б, которая подключаемая АТС, у нее будут телефоны с диапазоном 200. В идеале вы должны планировать, да, если АТС будут у вас одна компания, филиалы, да, будут подключаться со временем между собой, да, планируйте диапазоны номеров, чтобы просто не создавать отдельные, так сказать, исходящие правила, да, там, с комплексными префиксами, которые вы далее будете удалять, да, чтобы этого не было, из-за этого планируйте диапазоны. Получается, мы сказали, мастер АТС будет создаваться первой и будет слушать на соединение. Далее вторая АТС будет подключаться. В общем, чтобы работала эта функция, необходима лицензия Pro Enterprise. Если же у вас есть необходимость, да, так как мы сейчас говорим, что АТС будет подключаться у вас через туннель, через один порт, если у вас есть необходимость, да, может у вас одна большая внутренняя сеть или VPN-канал подключен, да, чтобы не использовался один порт 5090, вы можете подключаться напрямую на порт SIP-порт для передачи сигнализации, и аудио будет использоваться, да, стандартные порты, получается. Если не использован туннель, будет использоваться SIP-стандартный порт и диапазон RTP-портов. SIP-порт по умолчанию 5060, диапазон RTP-портов от 9000 до 10999, включая веб-клиента, как бы здесь все, да. Как добавить мастер-сторону? В АТС добавляем мастер-узел, заходим в SIP-транки, тут будут у вас мосты. Да, добавляем главную сторону, сторону А. Далее указывайте название, мы говорили, оно будет у вас отображаться. И здесь важный момент, выбирается виртуальный номер. Да. Этот виртуальный номер должен быть уникальным, получается, и так как он должен использоваться на двух АТС. Из-за этого спланируйте, какой номер у вас на АТС А, такой же должен быть на АТС Б, чтобы он у вас не был занят, скажем, с другой какой-то АТС, да, но номер должен быть одинаковый. Далее на уровне каждой АТС, на уровне мостов, вы можете ограничить количество одновременных звонков. Получается, как и на транках, мы вчера говорили про очереди, что на очереди тоже можно это ограничивать, да, вот таким вот способом, чтобы ваша вся лицензия не расходовалась, да, вы можете ограничить количество одновременных звонков. По префиксу, я, наверное, этот момент лучше пропущу и покажем это в демо. Префикс здесь более предназначен для визуализации ваших 3CX клиентов, веб-клиентов, да, и так как, допустим, если вы будете звонить через консоль управления, да, через консоль, скажем, веб-клиента, у вас номер отобразится, получается, АТС А передаст номер в АТС Б. Если у вас один и тот же номерной план, скажем, добавочных номеров, скажем, на АТС А начинаются номера с 000 и кончаются 100, да, и на АТС Б такой же формат 000-100, здесь уже нужно будет создавать префикс, и префикс должен уже будет помещаться вот здесь, чтобы он у вас отображался. Следовательно, если вы нажмете на вызов, АТС, так сказать, добавит за вас этот префикс. Да, из-за этого я говорю, что это более для визуализации, лучше это будет показать в демо, да, когда он используется. Да, кстати, номер также может быть пустым. Если у вас заранее спланировано все, как бы, да, здесь ничего настраивать отдельно не нужно. Получается, когда вы создали мастер-узел, у вас будет поле аутентикации,
и поле уже будет заполнено, получается, сгенерирован для вас этот пароль. Из-за этого не стоит его изменять. Если хотите изменить, убедитесь, что он у вас комплексный, да, что он не какой-то там простой пароль, чтобы никакой злоумышленник, да, не смог подключиться. Далее, так как в нашем случае будет рассмотрен туннель, где вы можете инкапсулировать SIP и звук в один и тот же порт, да, вы должны включить галочку туннеля, да, если вы не хотите использовать туннель, галочку не включаете, я сказал, что должен тогда использоваться SIP-порт, и, конечно же, все это нужно будет прописывать, да. В нашем случае будет туннель, добавляем галочку, указываем IP-адрес АТС нашей и ее удаленный порт, да, по умолчанию порт 5090. АТС Slave – это вторая наша АТС, подключаемая, такая же история, добавляете мастер-узел, он будет подключаться, указываете название, указываете один и тот же номер, да, как у вас был на главной АТС, ограничивайте количество одновременных звонков, если есть необходимость, да, и подключайтесь. Как вы можете понять, количество одновременных звонков, да, допустим, на вашей мастер АТС, она может быть там по максимуму, да, скажем, вообще на 1024 одновременных звонка. Из-за этого, да, вы там можете не ограничиваться, да, сколько звонков могут вам звонить через, скажем, ваш мост. На подключаемой стороне может быть намного меньше, вы не хотите, чтобы все линии были заняты, да, пользователи говорили напрямую через нее, да, вот таким вот способом ограничивать это. Далее вы вставляете код авторизации, который вы скопировали с главной вашей АТС, вставляете в поле Slave, указываете теперь мастер АТС, IP-адрес на мастер АТС, период попытки перерегистрации, если, скажем, что-то произошло с соединением туннелем, чтобы все это восстановилось, и, пожалуйста, подключайтесь. Как только подключится, у вас все должно быть зеленым цветом, транки, да, должны отображаться зеленым цветом. Мы сказали, ID транка должен быть одинаковый, одновременные звонки, префиксы здесь без разницы, и вы увидите, что АТС подключена через туннель, и какой тип на каждый АТС будет также отображаться, мастер или слейв. Принцип работы в статусе присутствия. Самый большой плюс, помимо того, что вы можете звонить, да, это вот обмениваться информацией статусов присутствия, да, когда одна АТС может видеть коллег, скажем, другой. И здесь, конечно же, вы сможете все настроить. Здесь есть добавление, что настольные телефоны, да, вот не смогут видеть BLF удаленный АТС, получается. Вы можете настроить звонить, создать какие-то BLF клавиши через добавочные номера, да, там через какие-то speed dial номера. Но вот BLF клавиши вы не сможете запрограммировать, и получается, ваши notify сообщения и subscribe передаваться не будут. Из-за этого должен использоваться веб-клиент, так как веб-клиент именно будет передавать ваши статусы присутствия. Получается, кто может передавать статусы, получение статусов будет также ограничиваться, и вы сможете это настроить. Кто будет передавать и кто будет получать. В общем, передавать, видите, публиковать информацию, будет такая галочка, где вы добавите, какую группу вы хотите опубликовать, чтобы ваша вторая АТС смогла получить статусы этой именно группы. Да? Здесь, конечно же, вы можете создать ваши логические группы и поместить туда ваши добавочные номера. Мы об этом, кстати, тоже говорили, как создавать эти логические группы с номерами, отделами, да, и передавать статусы присутствия. Касаемо информации получения, здесь уже конкретно вы будете указывать, какой пользователь может видеть статусы присутствия коллег удаленный АТС. И вы должны его выбрать. И после того, как вы его выберете, получить статус, нужно будет указать FQDN вашей удаленной АТС и защищенный порт, HTTPS порт, также второй ваш АТС. Получается, по умолчанию мы используем 5001, из-за этого так это отображается. Теперь, если у кого-то создается вопрос, что если у меня АТС в одной и той же находится сети, в локальной сети, да, как бы, ну, вроде можно через статусы видеть, через HTTP. Нет, статусы присутствия как в удаленной сети, так и в локальной передаются через HTTPS, да, даже мы, кстати, делали демо, когда веб-клиент, да, даже если у вас он находится в локальной сети, вы хотите подключиться, он у вас не подключится, если IP-адрес, да, у вас не через HTTPS, получается, вы не сможете просканировать QR-код. Да, нужно будет, чтобы был адрес HTTPS. Такая же история здесь. В общем, как только вы все подключили, веб-клиент покажет вам название моста и группы, которые передают вам статус присутствия. И в ней, конечно же, у вас отобразятся пользователи удаленной вашей АТС, которые вы можете, как мы сказали, позвонить, отправить сообщение. Получается, в Windows-клиенте и в веб-клиенте у вас будет такая возможность. Также в настройках самого клиента вы можете указать, допустим, какие группы,
каких АТС вы хотите отображать, какие-то захотите скрыть. Касаемо номерного плана, мы сказали, что есть из практики лучше планировать, да, чтобы префиксы были более логические. Допустим, если у вас четырехзначный номерной план на двух АТС, на первой начинается с единички, на второй с двоечки, тогда на мастер АТС, чтобы позвонить на второй АТС, который начинается с двойки, вы укажете префикс 2, длину 4 и отправите вызов на транк, выбрав транк вашу вторую АТС. На стороне же Slave, подключаемый АТС, вы выберете префикс 1, так как именно это номерной план нашей основной АТС, и длину номера 4, получается, и ничего больше. И звонки будут идти. Если же у вас номерной план одинаковый, здесь нужно будет использовать префиксы. Префиксы уже здесь на ваше усмотрение. Просто нужно будет в префиксах, да, так как видите, у нас номерной план четырехзначный, но длина будет 5, так как используется префикс. И в конце вы будете указывать, удалять этот префикс, чтобы он, как бы, да, выходя из АТС, был удален. Потому что один и тот же номерной план, чтобы АТС не звонила на локальные номера, да, а отправлялась на внешний, ну, на внешний, как бы, транк, где сработает исходящее ваше правило, номер будет переадресован на мост. Таким вот способом вы сможете с логикой, да, с подключением мостов, теперь вы можете подключить несколько мостов через, между собой и производить звонки через них. Получается трехстороннее подсоединение, у вас 3 АТС, ABC, АТС А будет являться мастером для двух других, АТС Б будет являться мастером для одной, и АТС С будет подключаться к двум. Получается, все три АТС могут принимать статусы присутствия между собой уже. Более того, вы можете создать исходящие правила, что если соединение с какой-то АТС прервется, допустим, ну, вот как на экране, если, скажем, АТС Б вышла из строя, да, АТС А не может позвонить на АТС С напрямую, да? Что вы можете сделать? Вы можете на стороне на АТС Б настроить исходящее правило для АТС А, чтобы именно оно могло и звонить. Также вы это можете создать отдельные правила. Маршрут получается для АТС С, да, добавить отдельный префикс, который перенаправит на другую АТС. В принципе, ничего сложного нет. Касаемо статусов присутствия, да, какие возможности есть у пользователя между собой? Это вызовы, это видеозвонки. Получается, видеозвонки и будет использовать WebRTC и напрямую звонить на ваш транк. Далее чат, переписка пользователей. Будет доступ, если у пользователя используется электронный адрес, пользователь их будет видеть, следовательно, вы сможете отправить электронную почту. Вы можете делать интерком и также видеть мобильный телефон, который был указан на ваших серверах. Более того, есть также возможность производить веб-митинг. Следовательно, это вы можете тоже сделать. В принципе, по теории все. Хотелось бы демо. Коллеги, пожалуйста, есть у кого вопросы по теории? Так, идем дальше. Я сейчас поделюсь с вами удаленным экраном. В общем, смотрите, у меня есть 3 АТС. Раз, два, три. Это моя основная АТС. Она находится в Google Cloud. 3.4.107.25.3. То у меня есть другая АТС, она вообще локальная, я здесь по локальной сети в ней вхожу, у нее вообще удаленный другой IP-адрес. И есть третья АТС, также в удаленной сети, и у нее тоже другой IP-адрес. Давайте я подключу следующим образом. Мою АТС, которая находится, моя основная, да, я буду использовать ее как мастер АТС. Да. Заходим в транки. Теперь в транках мы создаем мост, добавляем мост и создаем его как мастер узел. Называем. Задаем название. Давайте я его, допустим, main. Пафос. Пафос – это у нас есть город на Кипре, он так и называется. Это я такой выбрал FKDN. Далее мы сказали, у вас должен использоваться один и тот же виртуальный добавочный номер. Давайте я проверю, чтобы на этой АТС он не был у нас занятый. Допустим, я выберу номер 1010, он здесь не занятый. И на второй АТС 10100. И 10100. Отлично. 10100. Авторизацию оставим одинаковой. И
какой АТС мы под, которая какая АТС к нам подключится. Давайте я выберу именно в этом случае эту АТС. Укажем ее внешний IP-адрес. И порт 5090. Нажимаем ОК. Кстати, обратите внимание, у меня добавочные номера начинаются с нулей. И у АТС другой. Точно так же, да? Так, транк я добавил на свой АТС. Он у нас пока что не зарегистрирован. Теперь давайте мы скопируем мой номер аутентикации и теперь создадим транк на другой АТС. Точно так же добавим мост, теперь уже slave, который подключится к основной. Здесь мы укажем название, получается, мы будем подключаться к главной АТС. To master. Вставляем код. Код, который мы скопировали, да, отлично. Теперь укажу, включим галочку туннеля и укажем IP-адрес моей АТС. Нажимаем ОК. Ну и теперь давайте мы обновим регистрацию. Это не сразу происходит, подождем немножко. Так, уже вроде подключилось. Да? Давайте мы обновим. Все, мы видим, у нас две АТС зарегистрировались успешно. Зеленая отображается. И теперь, конечно же, в идеале, да, мы бы хотели это все увидеть в моем веб-клиенте. Давайте теперь откроем веб-клиент. Добавочный номер 112. Получается, теперь на АТС, которую будет подключаться, да, я укажу следующее. Я укажу, что хотелось бы не видеть статус ее определенных добавочных номеров, которые находятся в группах Skynet и Azure. Получается, первый АТС отправляет статусы. Теперь на моей АТС Пафос, которая будет получать, этот клиент у меня тоже на этой АТС добавочный номер. Давайте я зайду в свой транк, статусы пользователей, и теперь, да, я свои статусы пока что не публикую, но я хочу получать статусы. Здесь я должен указать снова на IP-адрес, откуда я буду получать статусы. И порт в моем случае 5001, да, также используется. И теперь мы укажем добавочный номер, который будет получать статусы присутствия. В моем случае это 112 пользователь. Вот он здесь, 112. Нажмем ОК. И как только я это сделал, смотрите, сразу в статусах присутствия я вижу название моста моего локального и добавочные номера, которые находятся в удаленной АТС. В настройках вы можете изменить группы, которые будут отображаться у вас здесь. Так, одну минутку, давайте мы посмотрим, где эта настройка. Получается, да, вот в присутствии в группах вы хотите отображать, скажем, только некоторых пользователей, которые будут Azure AD. Получается, вторую галочку я убираю, и как результат я буду видеть одну только группу. Да, это уже такие, более сказать, тонкие настройки, скажем, в вашем клиенте, да, присутствие. Так, где? Персонализация, присутствие в группах. Так, ну и теперь, конечно же, идем главному, так как в нашем примере добавочные номера одной и той же группы, да, если теперь я зайду в группу в свой мост, да, у меня теперь есть возможность добавить префикс, который будет логическое выражение. Вот оно, префикс 99. И теперь в своем клиенте, смотрите, у нас сразу стали отображаться номера с 99 впереди. 99, получается, я добавил префикс. И теперь, если я захочу позвонить, скажем, на добавочный номер, давайте мы это сделаем. Я зайду в АТС, создам какой-нибудь добавочный номер.
Олег Вебинар. Вот он у нас, Олег Вебинар, появился здесь, да, я бы хотел ему, конечно же, позвонить. Да, давайте я попробую это сделать. Мы сразу посмотрим исходящие правила. Исходящие правила у меня есть, правило уже было создано, мост. И это правило не сработает, так как идет блокировка, да. Конечно же, я теперь хочу указать, что звонки должны идти через мост. Нажмем пока что ОК, посмотрим, что произойдет, если я позвоню на этот номер. Может, оно еще правило не сработает. Кстати, в правиле 99 мы видим, что я удаляю первые две цифры, чтобы именно смог я дозвониться на номер 102. Давайте я это сделаю. Нажмем вызов. А, у меня удаленный компьютер. Я попробую сейчас сделать через свой мобильный клиент. Теперь только это позвоню через другой добавочный номер. Панель оператора. Какой бы номер нам открыть? Как бы, да. Вот вы видите, что... В моем случае, да, мы видим, что звонок и шел, и правило у меня сработало успешно, и вызов был переадресован. Получается, я звонил своего мобильного клиента через добавочный номер 000 и звонил на пользователя 102. Таким же способом вы можете использовать чат. Допустим, можем написать Олегу. Видим, что идут сообщения напрямую между двумя АТС. Алексей, в названии моста можно русские имена использовать? Да, конечно, не вижу причины, чтобы вы не могли это использовать. Давайте мы попробуем. Так. Главный АТС. Вот, тоже отображается у нас главный АТС. И уже, да, пожалуйста, добавляйте. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Пока что все понятно по транкам, как добавлять, как звонить. Таким же, как бы, примером, как вы понимаете, я могу позвонить, скажем, с моего добавочного номера 100 на внешний номер транка. Ну, давайте, кстати, мы это сделаем, да? Я позвоню, получается, через транк моей АТС. Получается, вот моя АТС. Я хочу, чтобы вызов пошел с моего добавочного номера на вторую АТС. На второй АТС вот это вот. Мы сейчас создадим исходящее правило и позвоним на вот этот вот клиент, как бы вообще другой номер. Получается, если я зайду в транк, вот номер моего транка, чтобы все видели, да? Так, это вообще другая АТС. Номер транка, кончается 108, здесь другой транк, который call-centric, который 096. И в моем этом клиенте вообще будет другой номер, который называю, начинается, да, вот. Давайте этот номер сейчас копирую, да, и мы позвоним на него сейчас. Так, чтобы это произошло, что я должен сделать? Я должен указать номер транка. В исходящих правилах, получается, если я позвоню сейчас 99 и номер 1177, номер должен выйти через транк. Окей, это правило сработает, у меня здесь ограничения нет. Теперь во втором исходящем правиле у меня должно быть правило только с префиксом, оно уже есть здесь. Кстати, это вообще тест моего коллеги, он даже, наверное, сейчас не знает. Ну, давайте я позвоню вот с моего клиента, Android-клиента, с добавочного номера 000 на вторую АТС. Я, кстати, включу панель оператора, чтобы было видно, как он будет звонить. А здесь в количество одновременных звонков, чтобы мы видели, что вызов у нас идет через нашу вторую АТС. Мы будем звонить сюда. 99, 1, 3, 7, 8, 4, 9, 2, 3, 9, 1. Смотрите, что произошло сейчас. Я звоню с моей АТС.
на второй АТС, а второй АТС вызов идет на транк, из транка уже звонит вообще на другой какой-то номер, да, как бы вот таким вот комплексным способом вы можете звонить. Та, точно так же, если у вас будет желание, вы можете подключить еще одну АТС между собой, скажем, вот какая-то локальная АТС у меня есть, и переадресовать номер, допустим, вместо маршрута в исходящем правиле на колл-центрик, допустим, да, на внешний транк у меня, я бы мог подключить его со вторым мостом и сделать переадресацию на нее, и может там изменить, удалить какие-то номера, скажем, и позвонить на добавочный внутренний номер вообще, да. Так это тоже можете сделать. Вот, получается, сейчас я позвонил с этой АТС, вот он ее номер. А какое сообщение? Я вижу вопрос был, Алексей прозевал этот момент. А сообщение ответа пришло, вы про клиент, про переписку, да, пользователей? Да, вот оно, пожалуйста, смотрите. Так, семинар. Так, секундочку. Ага. Давайте мы посмотрим в ограничении консоли. Безопасность. С любого IP-адреса. Какая-то у меня тут какое-то есть ограничение. Нужно будет логи смотреть, коллеги. Доступа на этот сервер у меня нет, чтобы посмотреть, чем может быть причина. Вы заметили, спасибо большое, Алексей. Я этот момент, кстати, не увидел сразу. Очень странно, почему только с одной стороны идут. Тест тайпинг. Наверное, потому что у меня нет возможности пока что ограничения, да, здесь на получение статусов пользователей. Скорее всего, это в этом и есть причина. Так, это не та АТС. Параметры, сеть. У меня по умолчанию 443 порт есть. Зайдем в Олега, нажмем ОК. Теперь опубликуем статусы на этой АТС. Транки, главная АТС. Публиковать информацию. Давайте я сделаю следующее. Я на своей АТС. Перезапущу вот эти два сервиса и SIP-сервер. Еще сервисы не включились. Коллеги, давайте мы сделаем перерыв и уже далее продолжим с этим, да, с нашей демонстрацией на другую тему. А между этим я попытаюсь посмотреть, в чем же была проблема. Что, пришли, получается, сообщения наши с задержкой, да? Тест. Вроде не... Пришли, но, получается, была какая-то задержка. Я не понимаю, почему так происходит. Более того, они у меня даже не отображаются статус. Так, одну секунду. Знаете что, у меня нужно будет сейчас изучить еще этот добавочный номер. У него тут ограничения в правах.
Нет, тут ничего тоже нету. Что-то не то с моей АТС, скорее всего. Давайте мы сделаем следующее. Я сейчас попробую открыть вообще отдельное окно. Инкогнито. Может, это мой браузер. Знаю, очень странно. На одном работает, на другом нет в добавочном номере. Там у меня какие-то ограничения. Нужно будет посмотреть. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Мы не публиковали вроде группу, только статусы. Это может влиять? На самом деле, как бы оно не должно влиять, да? Даже статусы, оно должно передаваться. Насколько я знаю, ограничений быть не должно. Ну, не пойму, что здесь не так. Как бы все должно работать. На самом деле у меня здесь и сервер тоже не соответствует требованиям, да, скорее всего, как один, так и другой. Много будет факторов, да, так что я думаю, если у вас все будет по умолчанию работать, сервер будет на правильных конфигурациях, никаких там проблем с сетью не будет, у вас все должно работать. Коллеги, сделаем перерыв на 20 минут и пойдем к последней презентации на по исходящим правилам, да, там будет много интересных моментов по безопасности. Пока что все, да, 20 минут перерыв. Спасибо большое. Коллеги, подтвердите в чате, если все вернулись после перерыва. Давайте продолжим с нашей последней презентацией на тему исходящих правил. Мы говорили про исходящие правила, что для того, чтобы сработало ваше исходящее правило, у вас должна быть одна из критерий. Вы можете указать префикс, вы можете указать вызов добавочного номера, конкретно указать, какой добавочный номер может производить вызов. Префикс – это первые цифры номера, которые вы хотите, чтобы совпадали, или номер целиком. Вы также можете указать длину номера, куда вы хотите звонить, внешнего транка вашего, или через мост номер будет идти, снова же на транк другого. Или же указать целый диапазон добавочных номеров, которые могут использовать это правило. Правило будет обрабатываться сверху вниз, исходящие правила. Из-за этого, если правило будет совпадать, следующее правило, которое у вас в листе, да, обрабатываться уже не будет. И из-за этого следует иметь в виду, что более детально правила должны всегда находиться сверху листа вашего. Получается, вы не можете создать исходящее правило, не включив туда ни одну из критерий. Да? Всегда должна быть включена критерия, префикс и так далее. Получается, если ничего у вас правил нет, это значит, что правило будет принимать все, что, допустим, все звонки, любой пользователь может звонить и так далее. Получается, в первом поле в префикс вы можете указать номер от 0 до 9. Можно это сделать через запятую, диапазон номеров. Можно также указать плюс, знак плюса, также поддерживается с нашей стороны. Далее добавочные номера, как в примере мы видим, через запятую или через тире, диапазон номеров. Если вы хотите ограничить, какие пользователи, какие добавочные номера внутри системы могут звонить в правиле. Мы сказали про диапазон, про длину номера. Также вы можете указать либо через запятую, либо же через целый диапазон через тире. Или же указать, если не хотите прописывать добавочные номера, или, возможно, не экстра, добавить целую группу определенных пользователей. Получается, что правило совпало, да, у вас должен быть префикс, или же префикс длиной номера, или же префикс и длина, и группа. В общем, все критерии, ну, по-любому, всегда должна быть у вас хоть одна критерия включена. Далее, после того, как совпадет правило, вызов будет указан, отправлен на один из маршрутов. Да. Маршрутов у вас может быть 5. Перед тем, как вызов отправится на маршрут, вы можете удалить определенные цифры с номера, да, как мы продемонстрировали в примере с мостами, где вы можете удалить ваш префикс, который вы добавляли, когда у вас длина добавочного номера. Когда вы звонили на второй АТС, у вас был один и тот же номерной план, и вам нужно было удалить ненужные номера. Да? Также вы можете добавить номера, если же есть необходимость добавить к номеру, получается, удаляются номера, а потом вы можете добавить любой номер спереди, номера которого вы будете набирать. И если же вызов будет идти через
транк через, не через мост, а именно через ваш транк, вы можете использовать поле исходящего Caller ID для каждого маршрута отдельно, прямо в вашем исходящем правиле. Получается, для того, если у вас есть несколько маршрутов, допустим, маршрут сип-транка, маршрут с шлюзом, маршрут шлюза мобильных, GSM-шлюза, должны быть определенные моменты, когда правило будет идти с одного маршрута на другой. Допустим, первый маршрут транка, у вас нет интернета, как результат, никакой добавочный номер не зарегистрирован, вызов идет на второй маршрут. Идет на второй маршрут, скажем, у вас на втором маршруте есть GSM-шлюз, GSM-шлюз или же PSTN Gateway, да, и все линии заняты на тот момент, когда вы звоните, следовательно, шлюз отправит вам определенный код, SIP-код, который АТС, получив, будет знать, что этот маршрут занят, и далее отправлять либо на следующий маршрут, либо же заканчивать этот звонок. Я, кстати, попытаюсь найти гайд, где были указаны моменты, какие используются коды по ваших, в общем, исходящих правилах, чтобы использовался следующий маршрут, так сказать, ошибочные коды. Если же никакой код не получается от транка, после 30 секунд, 32 секунды, если я не ошибаюсь, уже после, да, тогда будет идти на другой маршрут. Как вы понимаете, на уровне ваших маршрутов вы можете также блокировать звонки. Да, получается, это еще один момент для фильтрации звонков, куда можно будет звонить. Давайте рассмотрим пример, когда используется блокировка. Допустим, в нашем случае у нас есть три правила. Первое правило – звонки через мост. Мы видим, есть Bridge AQ, через Headquarters, главный мост какой-то у нас есть. И мы указали, что если кто-то, получается, в компании наш будет использовать префикс 9 и длина номера будет четырехзначная, видим, нет ограничения, какой добавочный номер будет звонить, нет ограничения по группам. Получается, любой пользователь может позвонить на мост на четырехзначный номер с префиксом 9. Далее у нас есть фильтрация по блокировке номеров. Если кто-то с отдела Sales и Support позвонит на другой номер, кроме моста, их звонки будут просто-напросто заблокированы вот таким способом. Ниже мы поместили еще одно правило, которое указывает префикс с плюсом и от 0 до 9, и вызовы будут идти через ваш шлюз, да, через Gateway. Получается, все другие пользователи, если позвонят на любой номер, кроме пользователей, которые в двух группах Support и Sales, вызовы будут идти. Алексей, спасибо за вопрос. Всего 4 или 9? 4-4. Префикс 9. Может, у вас номерной план. Получается, всего, если у вас префикс 9 и вы его удаляете, тогда длина должна была быть у вас 5, Алексей. Получается, в этом примере, возможно, трехзначный номер будет использоваться на двух АТС. Из-за этого длина указывается 4. Если было бы четырехзначное, да, тогда указывалась бы длина 5, на случай, если нужно удалить префикс 9. Да, пожалуйста. Коллеги, я как бы насчет ограничения звонков, да, как настраивать правила, я думаю, понятный пример, где пользователи, агенты, да, добавочные номера в группах Sales Support не могут звонить никуда, кроме как друг другу и кроме как звонков через мост. Все другие пользователи, в том числе системные добавочные номера, могут работать в этом случае. Получается, мы сейчас дойдем до системных, и мы также рассмотрим. Получается, системные добавочные номера – это номера, скажем, когда вы звоните, например, на ваш добавочный номер, на внутренний, да, и в добавочном номере вы указываете, что, скажем, звонить на мобильный телефон мой, да, одновременно. Или же при неответе через 20 секунд звонить, скажем, на мой снова же какой-то внешний номер, который вы указали в правиле. Так вот, когда речь идет о системном номере, это значит, что вызов будет идти не от номера внутреннего вашего, а будет производиться автоматически АТС, получается, системный внутренний номер АТС будет звонить наружу уже, да, как бы сервер будет звонить. Мы говорили про голосовую почту на первой неделе, что через голосовую почту вы можете делать много вещей, да, в том числе звонить на внешний номер. Получается, попав в меню голосовой почты, вы можете позвонить на какой-то внешний номер. Так вот, вызов этот будет идти через сервер и будет считаться как системным добавочным номером. Далее вы хотите позвонить через сервер конференции на какой-то номер. Получается, вы создали конференцию, звонить, скажем, на... делать перезвон на
какие-то внешние номера, да, и что произойдет, сервер автоматически будет, когда будет создаваться конференция, будет обзванивать номера, которые вы указали, да, и номер будет идти внешний. Ну, или же, как мы сказали, переадресация на внешние звонки, или же, допустим, вы позвонили в очередь, да, в очереди нажали двоечку, чтобы был перезвон, указали номер какой, и что произойдет, АТС уже сама будет перезванивать на внешний номер. Получается, когда будет использоваться системный номер вы не можете включить в ваше исходящее правило. Допустим, кто-то может скажет, ну а если я звоню через очередь, да, для перезвона, почему вроде очередь, как бы я знаю, я могу указать в исходящем правиле. Нет, этого сделать нельзя. Логика будет здесь намного проще. В этом случае вы просто в исходящем правиле ничего вообще не укажете. Только правило должно будет содержать префикс. Получается, системные добавочные номера – это не внутренние добавочные номера. Они не могут быть указываться в правиле, они не могут входить в диапазон групп добавочных номеров. Да, и решение, как я сказал, вы указываете только префикс. Давайте рассмотрим более комплексное решение для создания ваших правил, когда будет использоваться правило для системных номеров, потому что кто-то скажет, а если я, допустим, хочу создать очень много правил, да, и в этих правилах указать звонки через очередь, да, как бы системные, как это сделать. Вот этот пример, в котором у нас 7 правил, да, 7 правил, первое из которых мы говорим, что на интернациональные номера могут звонить только пользователи, которые находятся в группе менеджеры. И данные номера должны начинаться с префиксом 2.0 или же с префиксом плюс. Получается, если кто-то из пользователей sales захочет позвонить на этот номер, что произойдет? Правило попадает сверху вниз и начинает обрабатываться. Допустим, пользователь 101 не находится в группе менеджеров. АТС пробегает по всей группе, пользователь не срабатывает. Опускается на второе правило, да? На втором правиле пользователь попадает в группу sales, допустим. И что происходит? Номер закрывается, да? Как бы АТС закрывает номер, просто более того, вы можете даже получать уведомление на почту администратора, да, что вот сработало вот это вот правило. Получается, даже если у вас злоумышленник получает доступ к одному внутреннему добавочному номеру, который, допустим, использовался агентами из отдела продаж sales или от техподдержки, да, и вот этот номер взломали, украли значение, ID и пароль, да, даже здесь, как бы, видите, да, что на уровне АТС будет производиться фильтрация и блокироваться эти звонки. Далее мы видим, есть правило, которое позволяет внутренним добавочным номерам в отделах sales и management звонить, но через шлюз. Шлюз у нас FXO шлюз, PSTN gateway какой-то там, да, стоит. И пишется, что пользователи, если начинают звонить на префикс 0, обратите внимание, префикс 0 у нас помещен ниже, да, потому что более детальные префиксы всегда должны находиться сверху, так как обрабатываются правила сверху вниз, и в этом случае 2.0, да, в приоритете у нас, из-за этого оно должно находиться выше. Пользователь с двух этих групп может позвонить, допустим, на номер с нулем, который начинается с одним нулем, и сработает правило. В первом случае будет вызов идти на первый маршрут шлюза. Если же шлюз, допустим, занят или в каком-то случае не зарегистрировался или другая проблема, может, количество линий закончилось, тогда АТС будет отправлять звонок уже на ваш VoIP-провайдер, да, потому что VoIP-провайдер в этом случае, допустим, у него, может, наценка на звонки будет больше, да, чем через ваш шлюз. Далее у нас есть еще одно правило, получается, только на городские номера, префикс от 1 до 9 и длина номера от 1 до 8. На этот номер, получается, могут звонить все пользователи, которые находятся в АТС, кроме пользователей, да, sales, management, могут звонить все пользователи, и вызов будет идти только на шлюз, получается, с длиной 8. После этого у нас есть правило, которая будет предусматривать себя блокировку оставшихся номеров. Получается, в высших правилах вы конкретно описали, кто может звонить. Далее вы создали одно правило, которое на всякий случай заблокирует другие звонки. Получается, в этом правиле вы указали, если кто-то позвонит на номер с плюсом или на номер с нуля до 9, и он будет на этот добавочный номер находиться в группе sales, managers или support, вызовы будут заблокированы. И в самом низу мы помещаем правила, которые будут применяться для системных номеров. Да? И посмотрите на эти правила, как они выглядят. Оно, как бы, в принципе, стандартное правило, как и самое наверху, которое находится. Да? Но в этом правиле
нет у вас префикса. Из-за этого правило для системных номеров всегда должно находиться ниже всех других правил, и это правило уже точно обработается система. Получается, системный номер через очередь перезвон будет идти наружу, да, что произойдет, АТС пробежится по всем правилам, так как первое правило у вас для группы менеджмент, следовательно, АТС знает, что это правило должно игнорироваться, идет на второе правило, на третье, на четвертое. На четвертом правиле у нас есть ограничения, да, может, у нас нет группы, но у нас есть ограничения по длине, следовательно, это правило снова же будет игнорироваться. Потом идет проверка других правил по блокировке, тут снова уже у нас группа, и опускается вниз. Внизу, когда опускается, у нас есть пример для интернациональных звонков и для локальных звонков. Через интернациональный вызов идет на транк, через локальные номера на шлюз. В этом правиле используется только префикс. У Алексея вопрос, а можно записать 1.8? А не 1, 2, да, вот именно так вы это записываете, Алексей, но АТС у вас отобразит это вот в таком вот порядке, да, если вы указываете 1-8, а в правиле вы увидите через запятую, будет как бы создана для вас длина номера, да. В общем, вот таким вот примером вы создаете исходящие ваши правила. Коллеги, пожалуйста, вопросы, потому что это вот очень такой важный момент по вашим исходящим правилам и более детальным, так сказать, настройкам, префиксам, группам, длины и по системным номерам, это вот самое, что важно. Получается, если у вас есть правила, которые находятся, группы, у которых есть длина, вы не должны помещать системные правила с одним префиксом выше, потому что сработают эти правила сразу, да, как мы сказали, правила обрабатываются сверху вниз, и получается, если вы наверх поместите правило интернациональное, только с префиксом, то у вас даже и внутренние номера будут звонить через первое правило. Из-за этого детально помещайте, в самый низ помещайте правила для внешних, для системных номеров. Касаемо наиболее выгодного маршрута, как вы уже можете понять, да, в АТС можно это сделать. Да, вот из примеров, что мы показали. Получается, у вас может быть настроен SIP-провайдер на АТС, да, у вас также может быть настроен GSM-шлюз, об этом говорили, мы показали, как настраивать мосты, или у вас даже разные провайдеры, там, скажем, провайдер для внутренних звонков по России, транк, сип-транк. Потом у вас, может быть, есть сип-транк для интернациональных звонков, возможно, только в Европе. Отдельный транк, который, скажем, для Великобритании, отдельный транк для азиатских стран, допустим, там, да, один азиатский, имею в виду, Австралия, ну и так далее, да, там, Япония, другие страны. Отдельный транк через для Соединенных Штатов, для Южной Америки, да, и здесь, конечно же, вы уже можете все это рассортировать и создавать ваши исходящие правила через определенные префиксы, указывать, кто может через них звонить. Как создаются эти правила, как бы, в принципе, логика одна и та же, указывается префикс, далее указываются номера и куда вызов должен идти. Так, я извиняюсь, был вопрос. Выше, и значит, звонок с нулями, то получается звонок. Так. Если клиент не выходит из группы, указанные выше, и значит звонок с нуля, двумя нулями, то попадает, не входит. Так, я возвращаюсь к правилу, секундочку. Manager и sales, окей. Смотрите, в первом правиле у нас префикс 2 нуля и плюс. Получается, только если менеджер нажимает 2 нуля и плюс, сработает первое правило. Или плюс, да, 2 нуля или плюс. Номер с плюсом. Сработает первое правило. Если же менеджер звонит, скажем, на номер 012, какое сработает правило? Третье. Если же sales нажимает на номер с плюсом, какое правило сработает? Второе, номер будет заблокирован. Sales, если нажмет номер, скажем, 123, какое правило сработает? Сработает правило local. Вот это вот. Получается, sales должен позвонить только на номер с одним нулем, чтобы сработал шлюз. Получается, 0, возможно, у них городская линия и так далее. А если группа администраторы, скажем, начнет звонить? А администраторы, видите, в этом случае у вас вообще этой группы нету. В моем случае, да, вот администратор, получается, возможно, сможет позвонить только вот сюда. Так, нет, секундочку. Администратор, если, да, допустим, у нас есть администратор, администратор АТС проверит менеджера в группу, его здесь не будет, сейла в группу, его здесь не будет. Да, как бы если администраторы добавочные номера не в суппорте, да, проверить другие группы,
правило упадет вот сюда, с 1 до 9. Если же нет, тогда будет фильтрация по блокировке. Фильтрация от 0 до 9, а с плюсом, получается, даже это правило у вас не сработает. Получается, администратор попадет на два последних правила, если у вас отдельная группа, так и называется администратор. Плюс, да, в вашем случае я бы посоветовал, если у вас есть еще одна группа, да, администраторов, тогда создать ее и описать в правилах, да, чтобы не было, там, так сказать, проблем других в дальнейшем, чтобы вы могли это контролировать и фильтровать, потому что можно нечаянно добавить добавочный номер в администраторы и начнутся идти звонки на все возможные номера, да. Так, во всяком случае, вы можете хоть проконтролировать, кто может звонить и так далее. Так, идем дальше. Создаете правила, задаете название, указываете префикс и отправляете на него маршрут. Мы сказали, что более детальные правила должны помещаться вверху. Так вот, вот у нас такой вот пример, скажем, номер 0, номер 2.0, номер 0.0.44, 0.20. Ну и пример у нас, скажем, пользователь. Кстати, обратите внимание, у нас здесь нету никаких ограничений по добавочным номерам, по длине номеров, по группам, да. Такое правило, на самом деле, как бы, да, нет вообще фильтрации никакой, немножко опасное правило, но все равно можете это делать, да, на ваш страх и риск. И, скажем, пользователь 000 звонит на номер 012. Что произойдет? Спустится вверх, сверху вниз, 0 нету, 0 есть, но здесь вторая цифра 2. Мы сказали, звоним на 012, пропускается это правило, идет на второе, 0 есть, есть вторая цифра 0. Снова пропускается, идет на следующее правило, на 0, 1, пропускается, идет далее, совпадает правило. Что если я позвоню, скажем, на номер 2042? 2042. Что произойдет? Первое игнорируется, 2-0, второе игнорируется, потому что 1-0. В третье правило 2-0, 4 совпадает. Потом у нас двойка идет, получается, это более детальное правило, оно игнорируется у нас. Второе правило игнорируется и совпадет какое правило? С нулем, да? Хотя, может, я хотел, чтобы у меня вызов шел через 2-0 на gateway шлюз, но в этом случае совпадет правило с 1-0, так как я сказал, что более детальные правила должны помещаться наверх. Так что, чтобы это правило совпадало, что вы должны сделать? Вы должны правила поместить вверх. Выбирайте правило и перемещайте его в позиции выше. А вообще в идеале все правила, которые у вас детальные, да, вот как, допустим, вот в этом правиле, можете поместить вообще в самый верх, чтобы вы знали, что правило обрабатываться будет сверху вниз и не сработало оно у вас. В прошлой презентации, да, я показал, как вы можете позвонить с одной АТС, используя инфраструктуру одной АТС, звонить через нее. Получается, вы можете подключить два моста между собой, две АТС между собой, и звонить с одной АТС на внешний номер, но через вашу вторую АТС. Получается, как вы это делаете? Вы создаете правило с префиксом. Далее вы можете для локальных звонков, для стандартных звонков, да, вот вы можете звонить вот таким способом, да, напрямую, указав длину 4. Если же нужно будет звонить на внешний номер, допустим, у нас две АТС, одна АТС находится, скажем, в России, вторая в Германии, вам нужно позвонить на немецкий какой-то номер. Что вы сделаете? Вы указываете префикс, скажем, Германии, на ваша русская АТС, номер 2049. И далее, так как, скажем, в Германии у вас есть шлюз, а шлюз не поддерживает интернациональный формат, вы что сделаете? Вы удалите первые 4 цифры и перенаправите весь звонок на ваш мост. Получается, мост получит номер без префикса, и если у него есть правило для системных номеров, которое, скажем, будет соответствовать, это правило сработает. Это в первом случае, да. Мы видим здесь, если у вас два транка, получается, если, скажем, мост будет занят, или у него там количество одновременных звонков будет превышено, да, или вообще АТС недоступна, да, по какой-то причине второй сервер там вообще не работает, да, у вас всегда будет использоваться ваш VoIP-провайдер, как бы. Вот еще один пример. Так, был вопрос, я пропустил, извиняюсь, Руслан, передвижение правил делается только на одну позицию вверх-вниз? Да, только по одной позиции. Вы выбираете одно правило и двигаете его как вам удобно. Я думаю, понятен вопрос, как звонить через транк. Если нет, можем еще раз продемонстрировать, да, как звонить через мост.
на вторую АТС. Можно будет это тоже сделать. По префиксу и обратному звонку, как бы это сейчас рассматриваем еще раз. Я вчера об этом говорил. Давайте еще раз повторим, что на уровне вашей очереди вы можете указать префикс. Этот префикс будет добавлен. Из-за этого у вас должны быть правила, которые будут использовать этот префикс, следовательно, чтобы вы их удалили. Мы видим такой пример, где используется префикс в очереди для перезвона 8. И у нас есть фильтрация. Мы говорим, что если кто-то в очереди захотит позвонить на номер, скажем, экстренной службы, да, звонящий позвонил и захотел, так сказать, быть шутником таким, да, и указать номер 112, что произойдет? Если у вас этого правила нет, конечно же, у вас будет вызов номер экстренной службы, да, чтобы этого не было, вы указываете правило с префиксом 8112 или там 8911, в зависимости, где вы находитесь, или вообще-то, может, у вас какой-то другой номер есть. Да, и что делать? Блокировать такой номер. Потом вы можете указать еще номер, допустим, 800, тоже его заблокировать, 8000, получается 2000, чтобы у вас не выходили на интернациональные звонки, вы блокируете. И вы здесь только указываете номера, которые будут начинаться с 80-89, да, вот такой префикс, следовательно, в этом префиксе у вас звонки будут идти только по региону. Получается, если у вас есть какой-то шлюз по умолчанию, да, там локальный шлюз, тогда стоит описать префикс, скажем, вашего региона более детально и отправить вызов именно на него, чтобы даже если звонящий укажет какой-то интернациональный номер, чтобы это правило, да, вот у вас было заблокировано. Получается, вот таким вот способом вы можете контролировать звонки, которые запрашиваются в очереди. В принципе, все, коллеги. Это то, что у нас по исходящим правилам. Я бы хотел сейчас открыть АТС, показать там, где находятся настройки. Может, еще кое-что добавить. Насчет демо, если есть желание, еще раз продемонстрировать, как можно звонить через мост на внешний номер. Или же, если есть какие-то пожелания, пожалуйста, пишите. И жду вопросов также. Так, мы говорили про коды. Я вам скидываю в чат сообщения, которые будут использоваться в маршрутах. Да, получается, если у вас 5 разных маршрутов, например, в вашем исходящем правиле, да, и как между правилами будут переходить с первого правила на второе, на третье и так далее. Получается, должно быть одно из этих сообщений получено, чтобы вызов перешел сразу ко второму. И если же ответ не приходит, должно пройти 32 секунды, как с обработки на каждое правило. Получается, вот эти все ответы будут ожидаться. Здесь я бы хотел еще добавить один момент. На заметку можете взять. По обработке несколько caller ID. Да, если у вас есть задача, скажем, производить звонки через Trunk и использовать несколько разных номеров, потому что вы, допустим, можете позвонить с добавочного номера 105, да, на внешний номер, и в вашем случае вы можете отобразить, скажем, номер только, который у вас будет указан здесь, да, вот исходящий caller ID. А что, если вам нужно использовать для Trunk, скажем, у вас два Trunk, да, Trunk в России и Trunk для Штатов. Для России вы хотите отобразить один caller ID с этого номера, для Соединенных Штатов Trunk вы хотите отобразить совсем другой номер. Да? Как это сделать? Это вот описывается в этом гайде, как можно будет создать такое правило и что нужно будет учитывать. Так, что еще бы хотел добавить? Мы об этом говорили, но еще раз я повторю, потому что речь зашла по исходящим правилам, что в параметрах АТС у вас будет возможность добавить номера экстренных служб, и эти номера не будут входить у вас в ваши исходящие правила. Да? Получается, тот номер, который вы добавите, как бы это будет исходящий маршрут, да, но он у вас не будет прописываться в ваших стандартных исходящих правил. Следовательно, вы его случайно не сможете удалить. И еще я говорил такой момент, если кто забыл, что если у вас есть, скажем, такая настройка, которая будет запрещать исходящие вызовы в нерабочее время, да, получается, АТС будет проверять, если нерабочие часы, будет включаться вот эта вот галочка, запрещать внешние вызовы, да, как только время закончится, эта галочка будет отключена. Так вот, даже в нерабочее время, если вызов будет идти на номер экстренной службы, да, правильно, если вы укажете, этот пользователь 00 может звонить, даже в это время вы сможете позвонить на номер экстренной службы. Получается, так, в стандартных исходящих правилах вы это сделать не сможете, если вы не добавили номера экстренных служб. Номера экстренных служб будут применяться только для внутренних номеров, да, так сказать, которые вы вот здесь вот и опишите. Здесь есть еще одно поле, про
которой я не говорил, вот сейчас его увидел, которая называется SIP ID. Уникальный ID для каждого пользователя. Для чего оно нужно? Допустим, в нашем случае, да, мы знаем, что АТС у вас может быть двухзначная, да, или номера могут быть 000 внутренние, могут быть, или же пятизначные, да, получается, от 0 до 99, потом от 0 до 999. Что делать, если вы выбрали, скажем, номерной план пятизначный, возможно, установили АТС для бизнеса, там, для отеля какого-то маленького, да, у которых комнаты начинаются или четырехзначные, или вот пятизначные, да, и получается, в комнате вы установили телефон, ну, вашему отдыхающему в отеле нужно позвонить на рецепцию, да. Конечно же, вы можете там создать очередь какую-то или группу дозвона на рецепции, позвонить, скажем, на номер, там, не знаю, 8000, там, вот такой номер, да, системный, чтобы позвонить на рецепцию. Ну, как бы для пользователя это не очень удобно. Кто-то может скажет, вы можете там, допустим, на настольном телефоне запрограммировать BLF и там нажать на определенную клавишу. Как бы это тоже решение, да, и не нужно набирать целый номер. Ну, а что, если у вас телефон там ограничен, он вообще без дисплея, без даже дисплея, как для отелей номера? Да, вот таким вот способом вы можете сделать следующее. Что вы сделаете? Вы создадите, скажем, пустой добавочный номер, и в этом номере вы укажете, что если кто-то, скажем, позвонит на этот номер, вы сделаете следующее, вы зайдете в параметры, далее укажете, скажем, единичку здесь, и если кто-то, получается, в системе нажмет на единичку, вызов попадет, скажем, на какой-то внутренний номер, да, пусть это будет номер 103 или там 10003, и он пока что не используется. Но в правилах переадресации вы скажете, что так как номер этот будет вообще не зарегистрирован, да, вы укажете, что так как, но если номер пришел вызов с внутреннего добавочного номера и номер не зарегистрирован, скажем, соединить его с добавочным номером, и в этом случае у вас там будет, скажем, номер вашей очереди или группы, в которые будут входить ваши добавочные номера, да. Вот таким вот способом вы можете напрямую попасть на целую группу добавочных номеров, позвонив всего лишь, нажав единичку в вашей системе. Вот для чего нужна эта настройка Caller ID, SIP ID, извиняюсь. Таким же способом вы можете, скажем, если есть задача, использовать диапазон более, скажем, да, длиннее. Точно так же можете прописать для каждого пользователя звонки. Были коллеги, у которых была задача, да, там была фабрика какая-то, они не знали внутренние свои добавочные номера, и, получается, они знали только внешние номера для каждого пользователя. Что они делали, да, они хотели, так сказать, чтобы внутренние номера были длиннее, да, из-за этого они всегда звонили через внешние номера. Чтобы этого не делали, да, скажем, вы можете указать целый номер внешний сюда, и вместо того, чтобы звонить на транк, АТС напрямую позвонит на добавочный номер, у которого будет SIP ID этого номера, который вы набрали. Больше нечего добавить. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Все, вопросов нет. Отлично. Спасибо, что выделили время, посетили сегодняшний вебинар. Всех жду завтра. У нас завтра последний день, две презентации. Будем говорить про безопасность 3CX и будем выявлять неполадки, да, так сказать, будет траблшутинг, какие есть возможности 3CX системы, что это делать, расскажем, где находятся логи, как их мониторить, как мониторить стандартные логи, которые будут писаться для каждого сервиса. Расскажем про сервисы, рассмотрим, как работает Wireshark для самых простых моментов, скажем, звонки между двумя добавочными номерами, как находить Call ID в системе, скажем, знаю, имея Wireshark Capture, как находить Call ID в логах АТС и посмотреть все, что пишет система. Да? В принципе, интересная тема завтра. Всех ждем. А пока что хорошего вечера на сегодня и до встречи. До свидания. Всего доброго.